Безоговорочная реставрация. Губернатор встретился с митрополитом Иваново-Вознесенским и Вичугским Иосифом. На повестке дня всего одна тема, а если быть точнее, беда, которая шокировала ивановцев – пожар в Успенской церкви. Павел Коньков рассказал, что объект культурного наследия имеет большое значение не только в масштабах страны, но и для него лично. Неподалеку прошло детство тогда еще будущего главы региона. О необходимости подарить новую жизнь святыне говорил и владыка. На благое дело потребуется немалая сумма. Какая именно, пока не уточняют. Мы будем готовить мой визит в Москву к Владимиру Ростиславовичу Мединскому. Я не сомневаюсь, что правительство Российской Федерации на нашу беду откликнется, и мы будем договариваться о порядке, как реставрировать эту церковь, откуда взять источники финансирования. Я также почти уверен и сам приложу к этому руку, что и наши промышленники, меценаты также на эту беду откликнутся,